среду, 23 марта в 14:40 в реанимационное отделение Сухолужской районной больницы поступил 26-летний работник Сухолужского литейно-механического завода, который получил ожог значительной части тела при осуществлении выполняемых работ. Литейщик получил ожог во время выплеска раскаленной массы металла из индукционной печи. В реанимации пострадавший провел двое суток. Сегодня, в пятницу, за пострадавшим вылетел вертолет медицины катастроф для отправки его в специализированное отделение 40-й больницы города Екатеринбурга. Руководство завода принимает все возможные организационные меры для оказания помощи и спасения жизни пострадавшего на производстве. У них же назначается комиссия. Вот. И, соответственно, как бы Рострудинспекция приедет, они пройдут проверку. Материал они нам высылают, мы потом по материалам уже принимаем решение. Ничего хорошего, конечно, нет, но бывает такое. Вот если там нарушались правила охраны труда и техники безопасности, то, соответственно, будет возбуждено уголовное дело. Вот. Но это только после заключения вот этой вот как раз комиссии. Вот. То есть они проводят расследование, акт расследования с материалами они высылают мне, высылают Следственный комитет для принятия решения. То есть мы потом уже по результатам проводим свою проверку, принимая меры прокурорского реагирования. Если там будут виновные лица, они, конечно, будут наказаны.